Всем привет! Продолжаем изучать картины, скульптуры. Александр Евстафьевич Августович Кацебу. Сражение при Кульме. 17 августа 1813 года. Контратака лейб-гвардии Преображенского полка. 1843 год. Хвост масла. Вступил в Эрмитаж из высшего военно-морского инженерного ордена Ленинского училища имени Дзержинского в 1953 году. Ранее находилась в Зимнем дворце, в кабинете императора Александра II. В двухдневном сражении 17-18 августа 1813 года отличилась 1-я гвардейская пехотная дивизия. Ее полки прикрыли отход союзной австро-русско-прусской армии после поражения под Дрезденом 14-15 августа. На переднем плане колонна преображенцев, атакующая французов в штыки под началом генерал-майора Ермолова, который принял командование от тяжелораненого генерал-лейтенанта Остермана Толстого. Ему ампутировали руку прямо на поле боя. Слева на втором плане группа солдат выносит в тыл генерала Остермана Толстого, потерявшего сознание после операции. Но вот такое описание в картине «Сражение при Кульме 17 августа 1813 года. Контратака лейб-гвардии Преображенского полка». Автор Александр Евстафьевич Августович Кацебу. Я нашел в интернете. Картина находится в главном штабе «Эрмитаж». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.